18 рублей за килограмм моркови. Такую цену на популярные корнеплоды выставили продавцы на первой в этом сезоне сельскохозяйственной ярмарке. Она состоялась в субботу на площади перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена». Фермеры торговали мясом, медом, овощами. В среднем за 20 рублей можно было приобрести килограмм лука. Цена картофеля варьировалась от 10 до 20 рублей. За килограмм говяжьего мяса просили 250 рублей и выше. Это говядина. Мы частные предприниматели. Сами выращиваем, сами откармливаем, сами продаем. Вот. 330 есть, 320 есть, 300 есть, 280 есть. Цены разные. По кускам вот. Следующая сельскохозяйственная ярмарка состоится 1 октября. Работать она будет с 10 до 16 часов.